see. Ты еще пол тратишь, не больно, да? Попробуем. Не запишите, свободу, положите в мозгу. Ну и еще пол тратичка. Положите вниз. Спасибо, цена. Готовы, друзья? Поехали. Люди-то живут не на улице, а в квартире. И корма. Вот, да, закурить-то можно, нет? Да я не курящий. А мне-то можно? Ну, пожалуйста, кто курит, пожалуйста. Я в 37-м я родился, мне был там месяц примерно. Мне сколько там месяцев. И отец поцеловал, как говорится, в одно место и говорит, будет жить при коммунизме. Ну, что-то маленькое, чуть-чуть не то у нас, конечно. Здесь перестройка надо, конечно, ждет она, ну,
коммунизм у нас еще далеко, конечно. Но надо работать, чтобы нам заслужить. Ну куда это годится? Второй ребенок у меня так растет, такой сырости невозможный. И депутат не ходите. Депутатов выбираем, ходим, голосуем. Что они помогли, депутат? Ничего. Ну, помогли, чтобы труба была обрезана. В этом году, вот в прошлом году, вернее, голосовали за депутата. Наш дом вообще не был в списке. Вообще не был в списке. Приходим голосовать в училище. Вот, на бате, в училище. Нас вообще там никого в списке нету, никого буквально нет в списке. Теперь хотим наш дом снесут. Еще газ провели по-нашему, вот зайдите с той стороны парадной, посмотрите. Трубы проведем, мы сами не пользуемся этим. Ты возьми газ, эти баллоны. А кому-то условия сделали по-нашему дому, провели туда кому? Кому жаловаться? Давайте я вам приду, пожалуйтесь, там молодой человек, у нас такой в доме беспорядок. Некому жаловаться. В дом управления такая управляющая, что к ней нельзя никак подойти. Да, подойти. Она как мегера, горчит, как собака. Выпейте вон из нету. Я говорю, мы уже сколько лет ходим, вас сменилось 1000, а мы все еще ходим и требуем, и ничего не хотим. Никаких. Я в подвале не живу, я наверху живу. А я вот на моих, на исполком, на окна. Да, вот у меня, пожалуйста, посмотрите, зайдите в комнату. Там у меня плесень страшная в комнате. Там внизу. Везде. Там маленький ребенок, и грибы, и вода. Да, у меня ребенок, вот эти плесень кругом. Как это живем, мучаемся. Кругом плесень, кругом сырость. Невозможно. Вот ростовый ребенок так растет, кругом сырость. Делай ремонт, мама, не делай все бесполезно. Мама, там ты мне показала, он. Вода что? Протекает. Протекает. Там действительно все стены сырые, для того, чтобы прям уже... артисту, когда поездки, область вся, считая Ленинград, Таллин, Москва, Рига, Брест и прочее.
хотите? Поздравляем! Новое лето, новое лето, многое, многое, многое лето, многое лето, многое лето, многое лето. Да, отживаем, отживаем. Я прожила в этом доме 49-го года. Да что это в конце концов? Что мы не люди Советского Союза? Так же мы работаем, так же мы платим подоходный налог, так же мы платим профсоюз. Я оплатила, теперь-то, конечно, не плачу. Страх Божий. А в моей квартире? А у нас живет. Хотела на ремонт, пожалуйста. Весну снесем. А что весну снесет? Весну, я же... Сколько я уже весны снесу, это весны? Сколько это весны? Хожу, это весны. Зайдите ко мне, пожалуйста, рыба комнату. Thank you.
Не попоешь и не поишь, а пой по еще день твой. И меня все одинаковые, клиенты боятся одинаково. Надо людям мыться, надо здоровье быть. А мы мылись, когда не мылись по 3 месяца, и на чем-то хуторе огончик потух, а находясь он задался, как петух. Это в кино посмотришь, когда только не скоро, 3, 2, 3, это гитара, звени, мы с тобой встречаться будем, а это 3 года его покажут по телевизору, он будет смотреть по телевизору. А ему не даже, он подохнет раньше. А? Хуже, наверное, стало? Ничего, нормально. Пора вздыхать, болею. Где-то раньше было ярко и грыжа. Я бывал в Омске, на Дальнем Востоке. Мы бурили, кажется, в 55-м году. Знал там. Остальные ходили по лесу там. Мы бурили. Николаевский на море, Комсомольском, за Комсомольском, бывал. Мушкара, комары летом. А мы в палатке жили. Ну ничего, то есть я пропьем. Пойдем отпалю. А потом меня. Вот пойдем отпалю. А почему же? Я рад, что тебе хожу. Это никуда не денется. Поставлю закалки. Новые еще не умеют заказывать, а поставлю закалки, все получается хорошо. А что? Мы больше выносим. А вот так, да, пока что грязный, вот такие важные. Кино отъедет. Ты много выкосали, давай. Как? А я вообще его не пью, это тяжело для почек. А что ж ты пьешь? Куда? Ладно. Ну да. Да. Железный, да? Не надо учить, я сам делаю здорового боя. На реку я был фарфировать, мне это как-нибудь. А то вы боитесь? А, мы в рукаве, все говорят, а мы без рукава. Надо париться, так париться. По-стариковски надо париться. А вот надо, это не только ведет так, как мы раньше. Что? Пойми, отечественный. Да, не будет, куда наденется. Да, не лучше будет. Ничего. Рано мы начали. Матери голос хороший был, церковный такой. Мать ведь находила еще до этого, до женитьбы девчонки, когда женился, отец партийный, ведь не видел. Я родился, а в 37-м его забрали. Ну как, в то время, 37-м, 38-м забирали, как врага народа. Оправдали, конечно. Это ж неинтересненько. Let's go, 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 let
Так кто это такой поставил стул? Специально, чтобы свалился Меркулов, да? А, японский гарнизон. Ясно. У нас сейчас, друзья, была великолепная лекция о международном положении. Замечательный был лектор. Да, да. Это откровенная лекция, духи перестройки. Это было просто прекрасно, знаете. Да, столько познавательно, да. И... Мы попросим на будущий год еще раз к нам прийти в гости обязательно. Все, полное внимание. Работаем. Thank you.